знаком ли вам господин по кличке Борода? Это дело очень скверно пахнет, так что ты береги себя. Бороде? Этот псих отрежет на пальце прищеток, ты снова отрежет. Знаком с Бородой? Он купил каждого копа в твоем участке. В наших рядах завелась крыса. И пусть я думаю, что я отморозок. Ну и что вы теперь сделаете? Вызовите полицию. Так и не научились стучаться, шеф? Стучать стукачи. А тебе нужно найти хорошего тренера, чтобы научил тебя работать ногами. Спасибо, я как-нибудь сам. Мне не нужна сиделка. То, что тебе нужно, есть у меня. Я не работаю в команде, шеф. Тем более, меня перевели в спецотдел. Это я знаю, но мне нужна твоя помощь. Ну так обратитесь к нам в отдел. Мы нашли Бороду. Мы знаем, где он. У нас готова команда. Но у нас нет лидера, такого, как ты. Я работаю один, шеф. Все не перебесишься. Коллега оказался предателем. Да знаешь ты, сколько на моем веку таких было? Это жизнь. Это значит, что доверять я могу только себе. А там в банде внедрен наш парень, и по его сведениям у нас завтра есть мизерный шанс взять Бороду за Бороду. Однако к вечеру банда уйдет из города, и тогда, я боюсь, их следов мы уже никогда не найдем. Так пусть ваш этот агент издаст Бороду. Видел бы ты этого агента, такого к Бороде и близко не подпустят. Я не буду рисковать с агентом под прикрытием, я не буду работать в команде, шеф, и тем более я не хочу связываться с этими продажными тварями. Нашли. Он точно здесь, шеф. Не очень много целей. Я не явно куда-то спешат. Ну что, вперед, мальчики. Повеселимся. Осколочная. Нельзя!
Чего? Серьезно, один? Если он работает один, без напарника, почему же он до сих пор жив? А то мы тут с тобой уже час мучаемся. Ну, как говорится, не будем тянуть меня за бороду. Как ты сюда попал, кто тебя сюда послал, ты нам уже рассказал. Но остался последний вопрос нашей викторины. Среди наших есть стукач. Кто это? А я и не знаю. Придурок. Капитан, не надо играть. Мы с тобой знакомы, конечно, уже не первый день. Я, конечно же, рад нашей новой встрече. Но наши новые друзья ждут нас. А ждать они не любят. Решил поджать хвост. Ну почему же поджать? Наоборот, капитан, повышение, много новых перспектив, страна возможностей. Да кому ты нужен? Открою тебе секрет. Сейчас дела делаются совершенно не так, как раньше. Вот эти наши разборки, это уже в прошлом. Погони, перестрелки, полиция, это тоже раритет.
Будущее сейчас за другим. Легитимная власть, так сказать. Официальное положение, официальная крыша и очень официальная зарплата. Ха, ты что, серьезно собрался во власть? Ну а чего? Все мои кореша уже давно там. Столица ждет с распростертыми объятиями. Для них ты слишком мелкая рыбешка. Знаешь что? Сейчас эта мелкая рыбешка откусит тебе голову. Эта штука точно сработает? Ну да. Он не сможет соврать. Спрашиваю последний раз. Кто стукач? Вот черт. Твои друзья уже рядом, и нам пора уходить, так что спокойной ночи, капитан, и сделайте так, чтобы он больше не проснулся. Хорошо, босс. Это я. Кто? Кто ты? Стукач. О, господи, боже мой. Я нас всех вытащу отсюда, только, пожалуйста, помогите и мне. Эй, ты что делаешь? Как, вкалываю? Да ты... Что происходит? Да! Вот так вот я их сделал, а? О, капитан, вы в порядке? Давайте, держитесь! Где-то здесь поворот направо. Держитесь, капитан. Еще немного. Вот выход. Пошли. Ага. Ну ладно, будем прорываться. Давай. На счет три давай. Раз. Два. Прихолочно! Вот так-то мы все это и замышляли. Мы! Теперь мы знаем, куда борода направлялся, а значит, не отвертится и в центре будут очень довольны. Слушай, а ты, может, все-таки вернешься, а? Знаете, шеф, спасибо, конечно, за помощь, но я бы и сам жопой этому рыцарю надрал. Коп! Это образ мышления. Для чего созданы сосунки, чтобы стыковать, создать соски? Для чего созданы копы, чтобы копать, держать расклад копский? Имеешь дело с копом? Копом. Коп имеет дело с делом? С делом. Копы на газах, копы на ракетах, заварушка, сосунки, ватрушка, пушка. Но к черту все, не в этом дело копа, дело копа в том, чтобы внимательно смотреть в опа. Где копа дело? Где копа дело? Что копа дело? Когда копа дело? Ты уже знаешь ответ. О, да! Ублюдка всей земли отбита жопа. Жопа, вот дело копа, вот дело копа, вот дело копа, вот дело копа. В чем копа дело? Какое копа дело? В чем копа дело? Копа дело? Какое копа дело? Копа дело? Копа дело? Какое копа дело? Копа дело? Копа дело? Какое копа дело?